Здравствуйте. Как вас зовут? А меня зовут Лилия. Очень приятно. Слушаю вас, дорогая. У меня проблемы с мужем. А дело в том, что его мама, его предыдущая семья настраивает его против меня, против нашего сына. Все ведет к тому, что он просто уйдет туда, если в это не вмешаться. Так, вы знаете, есть определенные вибрации, вот как в ДНК, так и в энергетике. Вот вы говорите сына, а я слышу, что вы очень его любите, вы с ним живете, но у него другая мама. То есть вы его не рожали. Правильно я говорю? Это его сын, да. Это сын его от первого брака, правильно? Да. Вы знаете, иногда даже бывает, мать не так любит своего сына, как вот вы сейчас любите. Вы говорите, сын, никто даже об этом не догадывается, что это не ваш родной сын. Он даже немножко похож на вас. У вас хорошие с ним отношения, я вижу, идиллия такая. А вот имя для него идет вот такое, смотрите. Или он Борис, или он Богдан. Вот как зовут мальчика вашего? Богдан. Вот прекрасно. Смотрите. Значит, да, действительно, все у вас вроде бы хорошо. Но когда он пойдет к матери, а мать живет в другой семье тоже. Получилось так, что она их бросила. И ребенок остался с ним. Ну, ему, по-моему, уже где-то 10-10 с половиной, так немножко за 10 лет, что он принял такое решение жить с отцом, да? Да, ему уже почти 11 лет. Да, вы знаете, он как приходит, Богданчик, оттуда, от матери, он становится совершенно другим ребенком. Но это непослушный, это такой, как дерзит вам. И неуправляемый, да. Не хочет управлять, как у него нет. Он как бы забивается в угол, вот так вот сидит, вот так сжавшись, да? Да, есть такое. Я сейчас называю три имени, вы скажете, какое имя, это имя его матери. Смотрите, я называю имя. Наталья, Нина Наталья. И Надежда. Как зовут его маму? Наталья. А вот эта Нина, видно, ее мама. Это, видно, бабушка по материнской линии, да? Да. Нина. Вот такое какое-то имя. Вы знаете, да, действительно, ваш ребенок вот закрыт вот этими именами. Поэтому я сейчас, с вашего позволения, очищу ауру, общую вашу ауру, чтобы наладить отношения. Но и мы же не можем разорвать его связь с мамой. Какая бы мама ни была, она остается в любом случае матерью. Но чтобы он был сам собой, чтобы он не поддавался на это воздействие, чтобы они потому что они ему сбивают вот эти частоты сиреневых чак. Они сейчас у него вот начинается период полового созревания, идет восстановление вот этих чакр. Поэтому они их просто разрывают. Да, мальчик. Поэтому я сейчас укреплю ему чакру сахасрара, активизирую энергетику, и вы увидите, что все будет хорошо. Он пойдет к матери, будет тем самым мальчиком, который и был. И у вас все наладится. Не переживайте, все у вас будет хорошо. Но я вам скажу, что я вижу, что у вас будет девочка, у вас будет дочка. И вот когда родится сестричка, он к этой матери своей будет очень-очень редко ходить. Хотя будет ходить. А так он как бы каждую неделю туда ходит. Ну, вы не имеете права ему запретить, правильно? Но потом страдаете. Вот так. Я сейчас закрываю его поле. В следующем году, в 2014 году, вы забеременеете. И к концу года вы родите ребеночка. Он будет очень счастлив. Дай будет Бог. Сестричка, будет забота. И вот видите, все у вас будет очень. Спасибо вам огромное. Это очень хорошо раскрывается вот эта программа. И если человек обращается по какому-то закону природы, который нельзя объяснить с точки зрения ни науки, ни даже здравого смысла, налаживается наше. Есть просто факт, мы его принимаем. Всего доброго, удачи, здоровья. До свидания.